Всем привет! Сегодня у меня Caribbean Restore Firefox. Салют, карибский салют, если на русский перевести. Жара нещадная, в общем, по окрасу ко многим сортам. Этот сорт у меня цвел, когда было более-менее прохладно, это было весной. Ну, когда потеплело, но весной это было. Он у меня цвел совсем по-другому, вообще по-другому. Сейчас у него есть вот эти крапинки, но смотрите, какой светлый. Ведь даже и не подумаешь, что это один и тот же сорт. Видите? Видите, как? Я его сюда в заросли пока поставила, чтобы его заснять со всех сторон. Поэтому при покупке сортов имейте в виду, что при разных условиях, при разной температуре окружающей среды может быть совершенно разный цвет. Плюс играет роль и место, и удобрение, и солнечный свет, и температура воздуха. То есть сорта, которые при жаркой погоде цветут бледными окрасками, а при холодной, при более холодной температуре они цветут более яркие. Есть наоборот. То есть тут надо, видите, еще не только думать о том, что надежный продавец или нет. Потому что может быть и такое. И очень бывает частенько, сейчас проедет машина, и очень частенько потом некоторые люди устраивают истерики, что почему вы мне продали такой сорт, он цветет не так, как у вас на фото. Да, он цветет, бывает не так, как на фото. А может быть, человек его не кормил, может быть, его не пересаживал, а может быть, он у нее цветет где-нибудь, не знаю, не на солнечном окне, да, там, и впритык к окошку, а цветет где-нибудь, я не знаю, там, в глубине комнаты. Может быть, цветет под подсветкой, которая, допустим, либо уже все уже пришла в негодность, да, либо еще какие-то. В общем, очень куча много разных вариантов. Вот у меня тоже, смотрите. Вот я его, этот сорт, я уже забыла, когда я его, честно, последний раз кормила. И плюс еще жара. Ну, такой вот он получился. А, кстати, покажу сейчас. Вот такой вот он цвел зимой. Ой, зимой, весной. Вот такой вот был красивый и яркий. Я его даже, кстати, как-то хотела избавиться от него, но после этих процветов я себе его все равно оставила. Он крупный относительно. Он может и до 18 сантиметров цветок раскрыть. Вот это где-то, наверное, 15, наверное. Честно, не знаю, не мерила, но это так, на скидку. То есть это средний размер его цветка. То есть он может быть и крупнее, может быть и мельче. Все зависит от ваших условий. Вот такие вот дела. Всем спасибо, всем пока.